Привет, народ! Герман Греф поддерживает пенсионную реформу. Причем поддерживает он ее не просто активно. Он даже инициативы интересные высказал. Например, о том, чтобы поднять пенсионный возраст мужчинам и женщинам до 67 лет, ибо справедливо будет. Также Греф отметил, что если возникнут проблемы с работой у предпенсионеров, то есть людей, которые должны были бы получить пенсию, но не получат ее, для них всегда есть вариант – это дом для престарелых, а мы начинаем. Как обычно, сейчас расскажем, покажем, как живет глубинка российская. Начнем с одного из самых любимых моих мэров. Это мэр Североуральска Василий Матюшенко. Если забыли, кто это такой, смотрите. Хочу сказать, что на сегодняшний день в городе Североуральске действует группа, которая называется Крик ТВ. Они приехали сюда специально с одной единственной целью, создать негатив. Здесь у нас никакого крика быть не должно. Это он про нашу съемочную группу. Мужик так и блещет интеллектом. По секрету скажу вам, что сначала он пытается пригласить к себе на работу всех заезжих в его городок журналистов. В том числе и вашему покорному слуге он такое предложение делал. И оператору, что сидит за пультом, сейчас тоже. Ну а потом за глаза и грязью поливает, даже перед коллегами. И это все равно, что они из одной редакции. Мужик явно за языком не следит. Но сейчас даже не об этом и, собственно, не о нем, а о последствиях работы сего городоначальника. Суть такая, пока этот самый Матюшенко занимается далеко не тем, чем ему положено заниматься, то есть, например, дает вот такие вот пресс-конференции, как вы сейчас видели, а не следит за чиновниками. Чиновники эти тащат все, что гвоздями не приколочено. В общем, система городской власти настолько деградировала, что хуже уже и быть не может. Причем и депутаты, и слуги народа сначала возмущаются фактами воровства и коррупции, а потом, когда дорываются сами до руководящих постов, продолжают дела начатые своими предшественниками. Например, депутаты городской думы проверили, как выполняется реконструкция городского бассейна «Нептун», и открыли существование грандиозного портала, через который бюджетные деньги утекали налево. Вместе с народными избранниками тогда очень сильно возмущалась и спортсменка Ирина Лукманова. Вот она, красавица какая. Кстати, возмущалась она больше на публику. А зачем, спросите вы? Да все очень просто. Затем, что весь чиновничий аппарат живет по принципу курятника. Толкнуть ближнего на нижнего. Ну, в общем, вы поняли, о чем это я. Ну и как итог, пиар-акции спортсменка эта сама быстро заняла место критикуемой ею чиновницы. Ну и как вы думаете, что она сразу же сделала? Своего ребенка она, значит, повесила на доску почета среди ветеранов наших. Там, кстати, никого нет у нас. Он у нее вообще ничего не выиграл. Нигде. В лучшем случае вот областную газету в Североуральске. Больше не, он ничего. Липовый разряд ему присвоила. Липовый. Потому что мы знаем, как он бежит. Все. Она его повесила на доску почета рядом с Медведевой. Но фото на доске почета – это еще полбеды. Самое интересное – это то, что все закупки для нужд городских спортсменов – все это тащится исключительно в семью. Например, лыжная мазь. Новая, импортная, приобретается на средства бюджета. Она хранится в сейфе. Это исключительно для сына. А для профессиональных спортсменов старая, еще советского производства, за 20 копеек. Та, что на складах залежалась. Своего супруга Лукманова тоже не обидит. Вот это она ему тоже пишет. На высоком уровне занимался лыжным спортом, зимним палеотлоном. Вот он вот такой же лыжник, как вот тот сидит. Он больше 10 километров он не бегал. Но это ладно, пусть, как говорится, не каждому там дано марафоны бегать. Пусть занимался. Раньше пишет, дальше пишет. С 2009 года председатель Федерации лыжных гонок города Сюральска. Вот лыжник сидит. Федерация. Ни разу не было у нас ни одного собрания, ни одной конференции. Ничего у нас не было. Никто никого не собирал. Он председатель в самом деле? Откуда? Чего? У нас нет, у нас не было ее. Нету. Не было никогда, первый раз слышу. Вот это она. Председатель. Да, он председатель Федерации лыжных гонок. Представляете себе, чиновница целую федерацию придумала для своего мужа. Я думаю, что там все повязано.
все повязано, они настолько переплелись, все чиновники с силовыми ведомствами, с надзорными органами, что позволяют себе именно заниматься такими рода действиями. Ну и это еще не предел. Естественно, что в Североуральске победить в любых спортивных соревнованиях могут только дети тех школ, где работают родственники или друзья Лухмановой. Но если вдруг произойдет чудо, то детям отомстят. Вызывают детей за второе, за третье место. Вызвали детей, все как положено, медали, руки пожали, все, молодцы, спасибо. За первое место, кстати, школа девятая, она выиграла первый раз за всю историю школы. Вот. Вызывает команду, дети вышли. Лухманова сунула вот так вот в лицо ребенку медали. Все, идите. Родитель устает. А почему так? А вот так Лухманова решила. Кстати, спортсменам этим, что не побоялись все рассказать, отомстили. Им запретили пользоваться раздевалками под видом антитеррористических учений. Теперь будут в коридоре переодеваться. При всех. Ну, допустим, местная прокуратура не доработала или не захотела доработать. Но как же сделать так, чтобы наверху начальство об этом не узнало, чтобы ссор из избы не выносился, чтобы информационная картина дня была красивой и радужной? Да все очень просто, нужны контролируемые журналисты. А как контролировать-то? Да тоже нет ничего сложного, просто надо знать, кого принимать на работу. В этом ободранном здании располагается главный печатный, простите, орган североуральской власти, редакция местной примерской газеты «Наше слово». Ну, в смысле примерской, это примэри газета. Словарный запас авторов небогат, набор тем тоже явно на любителя, хотя некоторые темы заслуживают особого внимания. Например, то, что коррупции у них, оказывается, нет. Тут же строятся конспирологические теории, что кто-то власть их подрывать собирается. А может ли нормальный человек в здравом уме и трезвой памяти такую вот ахинею писать? Конечно же, нет. Почему пьяный ты на работе находишься? Вот меня принесло-то вовремя. Ну, пойдем выйдем, что поговорим, что? А что говорить? Я спрашиваю, отвечай. Почему пьяный на работе находишься? С бодуна-то и пишешь всякую ерунду, похоже. Какую? Трезвый-то не можешь писать, какую, наверное. Ерунду? Ну, ответь, почему пьяный на работе находишься? А ты кто? Депутат. Я учредитель этой газеты. В том числе. Пойдем поговорим. О чем мне с тобой разговаривать? Ты мне ответь на вопрос. У меня есть куча этих самых. Чего? Куча самых. Чего куча самых есть? Ну расскажи. У меня есть куча самых. Кого самых есть? В муниципальной газете вечно пьяный Михаил Кулешов. Отлично. Да ты что привязался, да я не понял тебя. Вы меня порой возмущаете. Я? Ваше поведение, да. Ваше поведение меня порой возмущает. Возмущает? Да. Понятно. Так. То, что я вас пьяного снимаю? В том числе. И вот это чудо получает зарплату из бюджета, то есть за счет нас с вами живет. Да, оно, естественно, напишет все, что ему скажут. И ведь это повсеместно в каждом небольшом городке по всей нашей необъятной родине. Половина населения страны видит это каждый день. Но главный вопрос – как это лечить? Как это лечить? Сегодня основной лекарь у нас выступает общество. Вот сегодня 212-й закон по общественному контролю в Российской Федерации. Большинство чиновников и граждан в руках не держали, а он в 2014 году был принят. Краснодарские власти не дают жилье вдове ветерана Великой Отечественной войны. Женщине 103 года, и сейчас она живет у своей внучки в доме с удобствами на улице. После того, как история стала достоянием общественности, женщину все же поставили в очередь на жилье. Однако, когда пенсионерка сможет получить заветную квартиру, пока неизвестно. Интересно, считает ли губернатор Кондратьев нормой, что в его регионе не выполняются социальные гарантии? Не хотелось бы в это верить, но похоже, что местные власти попросту ждут, когда очередник скончается от старости. А теперь Забайкальский край. Вас приглашаю, посмотрите, как люди здесь живут. Выживут хорошо, они выживут. Еще лучше, головной боли для чиновников меньше будет.
Во время июльского наводнения мы уже рассказывали об этом случае. Тогда вода, размыв большую часть берега, забрала с собой все хозяйственные постройки и жилой дом, в котором жила пенсионерка. А виной всему послужил заброшенный карьер, который во время наводнения заполнился водой и увеличил русло реки. Бурные потоки воды сносили все на своем пути. На кадрах видно, как остатки от избы, словно затонувший корабль, торчат обломками из мутной воды. Тогда семье приходилось ночевать в палатке, опасаясь, что берег продолжит рушиться вместе со вторым домом, который тогда был недостроенным. После того, как вода отступила, семье ничего не оставалось, как обратиться за помощью к местным властям. Мы писали, неоднократно просили и администрацию, и ЖКХ, чтобы приехали, снова обследовали, написали акт. Но никто ничего. Посмотрите, какие насыпи получились. Это же все была гладкая линия, вот так вот, под низ подмытая. Вон оно насыпалось. И сейчас прекратилось то, что все-таки мороз стал. Обращались каждый месяц на приемы, и письменно ходили. И, ну, пустота, одна пустота. Вот будем делать, будем делать. Когда что, приезжали, смотрели, чесали свои затылки и уезжали. Семья Хмелевых не единственная пострадавшая от разлива реки. Первыми на себя удар приняли их соседи. Женщина вспоминает, как вода бурным потоком сносила их постройки, как карточные домики. Вода пошла вот с того карьера, вот у нас там видно. Она пошла сразу к нам, к первому, вот там наш первый домик идет. Она пошла прямо валом, ее даже не успели никаких мер принимать, ничего. Вода пошла сразу валом, не потихоньку, ничего. И сразу все пошло сносить с ног, все дрова, все, что было, все. И вот она сюда пришла и начала вот здесь все размывать. У нас там была летняя кухня, тепляк. У нас все утопило. Вот у нас есть документ, что мы у нас полностью утеряли имущество. Вот. Но тут же они нам дают письмо, что наш участок не подлежит, не находится в зоне этого наводнения. После наводнения экс-губернатор Наталья Жданова дала указ администрации города, чтобы те заложили обрушившийся берег огромными валунами. Срок исполнения – октябрь 2018 года. Но на дворе уже 2019, а люди продолжают жить на самом краю обрыва и ждать, когда их дом рухнет и разлетится по щепкам. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите в соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.